Сегодня в Индустриальном районном суде Барнаула состоится очередное заседание по резонансному делу жительницы Барнаула 23-летней Марии Матузной. Напомним, ее обвиняют в экстремизме за картинки-мемы, размещенные в интернете. На сегодняшнем заседании ждут свидетелей, в частности, двух девушек, на заявлении которых во многом основано обвинительное заключение. Напомним, судебный процесс длится с середины июля. За это время Матузная отказалась от данных ранее признательных показаний, заявив, что оговорила себя из-за юридической неграмотности. Теперь защита настаивает на ее полной невиновности. Отметим, сейчас в Алтайском крае рассматривается 4 уголовных дела, связанных с экстремизмом в сети. Но лишь дело Матузной получило широкий общественный резонанс. В ее поддержку проходят митинги, выступают деятели культуры и даже служители церкви.